Всем привет. Очередная обновочка от Pirate Customs. Сделанный из Кайдекса карт-холдер очередной. Запаковали, конечно, его люто. Люто запакованный, чтобы дошел нормально. О, у них теперь фирменные брендированные пакеты. Так вот это выглядит с зиплоком. Открываем пакетик и смотрим. Здесь у нас визиточка, карточка пластиковая Pirate Customs. И обычная визитка. И еще наклеечка, стикер. Вмещает до 4 карт. Слимовский размер. Это все уберем, чтобы не мусорить. Но уже без земляка. На самом деле сделан капитальнейшим образом. Такая вот текстура у него. Здесь все зашлифовано мелкой наждачкой, потому как ручная работа. Ну, будем тестить, посмотрим, что получится.